Всем привет! Сегодня покажу один из способов, как можно подшить потолок и чем мы будем подшивать. Смотрите дальше. Размеры гаража 5,70 на 4 метра. На стенах уже поклеена плитка. Осталось сделать потолок. На данный момент потолок подшит пароизоляцией и сделана черновая обрешетка. На этот потолок мы будем делать выравнивающий каркас шагом 700. И потолок будет подшиваться имитацией бруса. Имитация бруса будет покрываться белой акриловой краской. Первый слой мы уже покрасили внизу. Второй слой будем красить на потолке, когда он будет приколочен. Каркас выставляем по короткой стороне гаража. Это у нас 4 метра. Сначала доски прихватываем плотно на 3 самореза через шаг 700. Затем одну крайнюю доску выравниваем по шнурке. С противоположной стороны крайнюю доску тоже выравниваем по шнурке. Затем через равное расстояние мы натянули еще 3 шнурки, и к ним мы будем подводить нашу обрешетку. И тем самым будем выравнивать потолочный каркас. Имитацию бруса мы будем приколачивать на финишные гвозди. Заколачивать гвоздь будем так, чтобы его было незаметно. Не в отапливаемых помещениях вагонку или имитацию бруса лучше всего прикручивать на саморезы. Потом прятать под накладки. А иначе будет влага набираться в доски. И есть вероятность, что ее выдавит. В нашем случае заказчик хотел, чтобы гвоздей, креплений никаких не было видно. Длина гаража 5,70. Доски не идеальные, они есть гнутые, вертолетом есть. Лучше всего делать вдвоем или втроем. Дошли до центра, устанавливаем привод ворот, затем будем их обходить. Конечно, привод можно было закрепить на имитацию бруса, но мы решили спрятать крепление и сделать, чтобы было красиво.
по периметру всех стен и вдоль привода есть зазоры, которые мы будем прятать нащельником. Имитацию бруса приколотили, нащельники установили. Теперь покрываем потолок вторым слоем краски. Акриловая краска очень легко наносится, очень быстро сохнет, с ней очень легко работать. Вспомним потолок, какой у нас был и какой стал. Вот я вам показал один из способов, чем можно подшить потолок в гараже. А пока всем пока, подписывайтесь на канал. Работа бывает разная, интересная, идей много, идеи разные. Работу бояться не нужно, к ней нужно правильно подойти.